свою боль, либо наставление, либо что-то такое крутое, что мы обязательно вставим. Я счастлива, что я пришла в этот спорт. Это мы вырезаем. Спасибо. Скорее они сделали стрельбу современно доступной больше для зрителей, чем для спортсменов. Электронные установки, по которым мы сейчас стреляем, на которых все так информативно, и зрители сразу видно и перемещение в таблице спортсменов, кто выше, кто ниже. Повысились результаты, как у винтовочников, так и у пистолетчиков. И, в принципе, стрелковый спорт не стоит на месте и двигается дальше. Очень сильно современные технологии изменили стрелковый спорт, потому что появлением даже электронных мишеней стало даже интереснее проводить соревнования, потому что там появились десятые вот эти вот. Улучшает саму стрельбу, потому что оружие модернизируется, точность попадания увеличивается. Нет. Что, у тебя с точностью проблемы тогда? Да, я слепой. По сути, становится легче тренироваться. Человек быстрее добивается нужного результата. Но это одновременно и хорошо, и не очень. Восстание машин грядет. Берегитесь технологий. Электронные мишени, скаты. Конечно, постоянно уровень оружия улучшается. Например, многие тренируются на подушках для того, чтобы больше работать с устойчивостью. Я готовлюсь к старту. Ну, ты выспалась на подушке, потренировалась? На подушке. Но если именно насчет сна, то потренировалась, можно сказать. Мы больше стреляем по бумажным мишеням, а на соревнованиях лучше всего стрелять по аскорам. Ну и современного оборудования мы только в основном на соревнованиях стоим по аскорам. Так, дома мы тренируемся, там обычные упражнения, просто тренировки и так далее. Самое современное – это скат, который показывает тебе выстрел и до твоих движений, и после. И ты можешь даже холостую делать выстрел, и он тоже будет тебе показывать, куда у тебя полетело. Я использую то же самое. Стоят электронные установки, по которым очень удобно стрелять. Существуют всякие пистолеты, винтовки электронные даже. Например, если человек плохо видит, сюда можно прикрепить линзу. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я же не уже пыталась ответить. Там были шикарные склейки. Я все так же скажу, что никто. А я это говорила тогда, это не вставили. В их возрасте очень своеобразное такое мышление. И на одни и те же вопросы взрослые смотрят со своей колокольни. А дети это воспринимают по-другому. В принципе, говорим об одном и том же, но абсолютно разными словами. И смысл высказывания может быть тоже воспринят двояко. Ну, вообще, самое главное – не думать о цифрах, думать о технике. Но главное – любить спорт. Ну, хорошо стрелять, чтобы все нормально было. Все хорошо, чтобы нормально отстреляли. Стрельба – это довольно монотонный вид спорта, и нужно иметь воображение, чтобы вам всегда было интересно этим заниматься. Мои первые соревнования в Казани и не сбором, мне тут очень понравилось. Это мои третьи соревнования. Всегда, когда я приезжаю в Казань, это просто такой вайб. Шлем какой-нибудь такой. Вот, шапочку. Вот, все там, импульсы вот эти вот мозговые, короче, переходят. Вот все, короче, до руки. И вот рука сама нажимает, мне даже думать, типа, не надо. Не, я думаю, как быстро только сделать, но он сам делается. На меня сейчас обиделась подружка. Так что, Ксюшка, пожалуйста, не обижайся на меня. Я тебя очень сильно люблю.